санкционированное мероприятие, в котором участвует российская интеллектуальная, на мой взгляд, замечательная журналистская, научная, врачебная, театральная элита. Они пришли почтить Аню Политковскую. Они приглашены на ее день рождения ее удостоверением служебным, на котором указано время и место встречи. Сегодня средства массовой информации переживают даже не просто нелегкие времена, а фактически можно назвать это погромом. Притом не только в нашей стране, но и, например, в Беларуси. Когда наших коллег, в общем, ни за что, ни про что, назначают чуть ли не предателями, изменниками, врагами народа, это на самом деле не укладывается в голове, тем более, что и доказать, что ты не таков, и доказать, что ты никакой не враг, а напротив, любишь свою родину и делаешь все, что от тебя возможно, не представляет все невозможным. Приглашаю к нам на сцену нашего лауреата Наталью Синдееву, основательницу и руководительницу канала «Дождь». Честь. Я, правда, себя не чувствую героем этой премии, но это премия для всех людей, которые помогли мне не сдаться, не пойти на компромиссы, не уступить. Многие считают его главным фотографом России. И его выставки проходили в Нью-Йорке, Париже, Риме. Но живет он в Пскове. Это Дмитрий Марков, фотограф, фотохудожник, блогер, общественный деятель, волонтер. Спасибо всем большое за такую высокую оценку моей работы. Мне бы хотелось только сказать вот слова поддержки моим коллегам, которые попали под действие известного закона. Дай бог нам силы, времени и мужества это все как-то пережить, пройти. Я думаю, что очень важно помнить о том, что было. И как сказал Иосиф Бродский, время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии. Спасибо.